рано или поздно все собираются делать ремонт в квартире. Важным вопросом становится выбор напольного покрытия. Современная промышленность предлагает десятки его видов, но лидирующее место в этом разнообразии уже много лет удерживает ламинат. Он долговечен, имеет множество конфигураций. Еще одно преимущество ламината – он предельно прост в укладке. Справиться с этим может любой, но все же лучше довериться профессионалу. Потому что в каждом деле есть свои тонкости, и профессиональный специалист может уложить его наиболее лучшим качеством и гарантировать свою работу. В магазине «Ламинат19.ру» огромный выбор современных напольных покрытий: паркета, линолеума или плитки ПВХ. Она прочна, удивляет разнообразием расцветки, а использоваться может даже в помещениях с повышенной влажностью. Но, конечно, главный упор здесь на ламинат. Больше сотни видов от разных производителей, от демократичных до элитных. Недорогие – это обычно ламинат 31 класса и толщина доски 6 мм. И уже повыше 32, 33, даже 34 класс и толщина доски 12 мм. То есть цена зависит также от производителя. Но хороший ремонт – это не только качественное напольное покрытие. В магазине «Ламинат19.ру» это хорошо понимают. Здесь вы можете выбрать еще и качественные обои, от уже привычных нам на флизелиновой основе до так называемых эко-обоев. Также новое слово в отделке стен – обои, разработанные психологами. Такие прекрасно подойдут в детскую комнату. Если какие-то яркие тона, с ними добавляются какие-то нежные постельные тона, чтобы обои не вызывали какой-то агрессии. Кстати, перед посещением магазина весь товар можно увидеть на сайте ламинат19.ру. Это действительно удобно. Не выходя из дома, можно узнать, какое покрытие есть в наличии, а какое можно заказать. Здесь же вся информация об акциях и подарках клиентам. К примеру, сейчас каждый, купивший стройматериалы на 19 тысяч рублей и более, может выиграть 19 тысяч рублей. Так что ваш ламинат может обойтись вам практически бесплатно. В общем, запомните адрес ламинат19.ру. Здесь вы найдете напольное покрытие по лучшей цене.